депутатов Государственной Думы и наш Волгоградский областной, областная дума и Волгоградский городской совет. Уважаемые депутаты, электронно, чтобы нам с этим вопросом закончить и пойти по повестке. Виталий Иванович. Поскольку мы от фракции не делали своего замечания по этому вопросу, я то... Верно! Товарищ маршал Российской Федерации, войска округа находятся в боевой готовности постоянно и занимаются согласно плану по военному периоду. Участники военного центра к работе готовы. Командующий войсками генерал-полковник Куданов. Вольно! Ну нет, ну военные не могут втянуться без политических решений. Политические решения, они определены президентом нашего направления и до сих пор не менялись. Спасибо. 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 Ибо вы сыграли, пожалуй, одну из важнейших ролей в вопросах вступления России, полномасштабного вступления России в Совет Европы. Где мы, в общем-то, пришли к общему знаменателю, что Россия и Швейцария с международных обязательств, в том числе и парение Совета Европы, безусловно, будут выдержать. The consistent position of the government progress now in economic, political and military cooperation. Хочу вам сразу сказать, что в зависимости от